Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox War, PlayStation 1 версию американского региона, команда инженеров на харде. Мы отправляемся в 20-ю миссию, Achilles Hell. Мы пока, наверное, подождем. Соберу только полезные ракеты, чтобы они не достались противнику. Желательно все собрать. Ну тут, в принципе, все то же самое, как и на норме было. Долго ждать надо, выжидать. Отчаянно будут пытаться докинуть свои гранаты. А мы будем шарики ждать. Так, возьму я ящик. Закинешь до сюда. Так, пойду за тем ящиком, чтобы заберу. Так, первый шарик скинули. Надо начинать уже собирать. Так, вот этот, кстати, может сейчас и докинем. Да откуда-нибудь. Смотри, как он близко подошел. Докинет, что ли? Докинет. Ни хрена себе. Так, возьму шарик Бетамен. Я даже не знаю. Давай пока пропустим ход. Незерамус ранен. Можно, конечно, мины поставить. Пока что. Вот этому.
и отбежать куда-нибудь. Ну, не уверен, что это хорошая прям идея. Не докину. Давайте заберем второй ящик шарики. Можно, в принципе, гранату кинуть. Наверное, докинет. Нет, не дошла. Так, на Мизерамуса надо подлечить будет. Мимо. Так, что-то он как-то близко подошел. Не нравится мне это. Вот тебе. Двадцатка у него остается. Тут еще мне не нравится. Подошел тоже близко. Сниму я с него двадцатку. Надо ее куда-то наверх вести. Вместе с Низерамусом надо будет их вылечить обоих. Может быть, даже сейчас возьму шарик. А где Низерамус? Вот это.
Так, это тоже что-то идет сюда. Близко. Сейчас достанет, блин. Козлина. Подождем. Твою мать, он самонаводку возьмет сейчас. Да ты охренел. Да. Раскидал хорошо. Нам троим надо теперь подлечиться. Все, у Слая закончились гранаты. Еще шарик скинули. Назад пошел. А нет, гранат. Я думаю, надо потихонечку их уничтожать. Так, у этого, наверное, еще есть гранат. Последняя. Так, подкрепление прилетело. Ну все, теперь можно точно уничтожать. Джим Боб. А, вот у него.
уже давно пропуски. Надо поставить, наверное, мину вот этому. Новая партия гранат пойдет. А вот этот вот с краю, надо его гасить. Подлечит. Это вот плохо. Надо шарик взять. Хотя бы один. О, классный бросок. Да, и Джимбоб еще тут. Вполне себе опасен. Первая медаль. Готов. Шарик есть один. Хотя у меня есть уже шарик. Думаю, по Джимбобу. Засадить.
помощью этой ракеты. Его, конечно, подлечить могут. Так, ты куда вылез? Ах ты гад. Атаковать начал тоже. Короче, по врагам. Не нравишься ты мне. Отсюда. Так, еще один вылез. Надо убивать Абрагама. Успею и мину поставить еще. Надеюсь, все 50 пройдут. Да блин, почему 49? Везучий. Так, ну все, вторая медаль. У меня вообще два шарика, мне шарики не нужны. Что было ради этого говна? Так, ну все, последний ход, я думаю, для Джимбоба. Надо его гасить. Незерамос, давай возьмешь ты еще. Потом надо ребят сюда прислать. О, для чего. Может случиться. Так, ну вон стоит ближайший. Где он там стоит? Мало, конечно, снял. Так, еще один вылазит. Thank you.
Вау. Так, вот у тебя шарика нету. Это печально. Возьми два. Закинем. Последняя эта граната осталась. 19 хп. Ну, мину поставить. Так, он куда уходит? В палатку, что ли? Так, ну все, нам надо взрывать это дело. Тем более ты начинаешь это, ну, давай, пошел. Вот еще кому-то мину поставить. Да некогда. Здоровится моему. Что он будет делать? Ну ладно, хотя бы из винтовки. Это еще пока что терпимо. Эрон, вперед. Во-первых, надо уничтожить Джима Боба. Во-вторых, мину поставить кому-нибудь. Вот этому, например, парень. А у нас нету больше ТНТ. Вот в чем дело. Так, ему сейчас базуку скину, да? Нет, еще пока. А, он ее уже не скинул. Наконец-то походит. Так, вперед, ребята, вперед. Вот этот напрашивается прям на мину. Так, сколько у этого хп? 57. Может, удастся его выкинуть? Да не, вряд ли вернется. У этого тоже 57. Ножом. Так, надо, наверное, Гатамена подлечить. У него 45. Рискованно. Вот этому только мину надо поставить. Блин, я и врага подлечил. Ай.
впечатляющий влетел. Ну теперь я полностью себя обезопасил. Так, можно даже ваншотнуть его с помощью гранаты особо. Вот и все. 20-ю миссию прошли. Остров завоеван. Think we could take Belliopolis so easily! Righty dokey, let's go! One final push through Arcia! Впереди сверхсложные миссии. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи, услышимся в следующих сериях. Пока-пока.